Так, друзья, это Белый дом, дом правительства. А я иду под тем самым мостом, под которым 3-4 октября американские оккупанты расстреливали дом правительства. Вот он, этот дом правительства. Вот она, гостиница «Украина», где американцы провели оранжевый Майдан. А вот этот самый мост, под которым я пробежал. Так что вот, 3-4 октября 93 года был кровавый оранжевый переворот, который совершили американцы. Американский снайпер с американского посольства, который вон там, который сегодня тоже пробегон, вон там стоит. Это то туда идет Арбат, вот сюда вот, это дом правительства. Вот американские снайперы расстреливали людей 3-4 октября. И за Белым домом, там сзади, метро Баррикадная, там есть парк убитых, расстрелянных людей с фотографиями. Там есть мальчики, девочки 15-летние. Вот, одного американского снайпера убили наши спецслужбы. Это тоже об этом говорил глава Альфа. А вот он, этот мост, с которого танки стояли и шмаляли по Белому дому. Уничтожали СССР. А 12 декабря 93 года народ России пришел и проголосовал за колониальную конституцию, отказавшись от конституции СССР 77 года. Вот 58 миллионов человек пришло, и 32 из них проголосовали за то, что у нас действует теперь колониальная конституция Российской Федерации. Повесили триколор голландский, разрушили союз. Американцы победили в холодной войне. Все, друзья, я дальше бегу. Следующий пункт будет Москва-Сити. Вон, видите, вон те здания.